друзья рыболовы, всем крепкого здоровья. Сегодня в очередной раз выбрался на водохранилище, где в прошлый раз поймал достаточно хорошую щуку. Сегодня как-то в голове уже сложилось определенное понимание данного места. Ну и будем уже ездить как-то более осознанно и более целенаправленно пытаться ловить. Не знаю, что из этого получится, но сегодня, в отличие от прошлого раза, уже дует западный ветер. Поэтому есть большая вероятность того, что сегодня будет клев. Походим, посмотрим, проявим упорство и попробуем что-нибудь поймать. Есть, клюнуло. Клюнуло. Нормально. Нормальная тетенька, такая где-то под килограмм, прикольно. В общем, ребят, первая рыбка клюнула сегодня. Вот. Ой. Такая вот на гоби. Шада воткнула. Взяла конкретно, придется доставать корнцанг и извлекать круг. Такая вот. Ну, побольше килограмма. Где-то кило 200, наверное. Так. Вот и все. Вот на такую приманочку. Гобишат. Вот такая вот. Щучка. Ну давай. Беги. Давай, давай, топай. Вот не успел рыбу поймать, уже плывут два гоблина. Увидели то, что тащил. Надо подплыть. Как же? Что это такое? Хер они тут что поймают. Клевка была. Щука сейчас дошла до самой лодки. Боднула чуть-чуть приманку и убежала.
Есть! Есть! О, хорошая! Так. Вот она. Клюнула. Сейчас мы ее будем отцеплять. Такая. Килограмм. Килограмм где-то есть, наверное. Взяла так. Четко. Сейчас мы ее пока в подсак бросим. Пускай постоит, отойдет немного, и потом мы ее выпустим. Сейчас пускай отдохнет. Ну все, кажись, ожила девка. Ну как, пойдешь гулять? Давай, газуй. Клюнула на пикшет турнамент. Вот такой вот Spotted Bullhead, вроде как бы называется цвет. Вот. Значит, резинка практически не пострадала, потому что Stinger сразу же отлетел от приманочки. Вот так. Ловим дальше. Рыба тут 100% еще есть. Я видел, тут много щук, пока проплывал цехоложек. Так что еще половим. Есть! Есть! Хорошая! Хорошая! На паузе взяла! Ух ты! Ух ты, пойдет! А! Нет! Так! Просто клюнула так! Урок за ноздрю. Проголодался я сильно, так что сейчас поеду на берег, скипячу водички, заварю душек, съем пару бутеров.
покрошил в дошик яичко вареное. Красота. Все, пускай стоит. Вредно, но иногда охота. Так что приятного аппетита. Ну, после благополучного перекуса можно поймать пару крокодилов. Глубина здесь 3,20, ближе к руслу в районе 5. Сейчас буду кидать, наверное, к берегу. Есть. Есть, ребят. Офигеть. Просто офигеть. Разловил джарк бойцалма. Чума. Алло. Все, еду. Приехал Сашка, попросился на рыбалку. Вот. Так что я его сейчас забрал. Сейчас полетим в другое место. Вот, и попробуем там половить щукарей. Мы здесь поставим точку и назовем ее Фартоя. Есть! Есть! Саня, подсак! Ай, ты ж ты! Вот это было! Ну ты видел! Ой-ой-ой-ой. У меня аж волосы на руках дымом стали. Сухо было. Фу. Блин, лень когда тебе погулять. Ой. Ой. Все. Рыба есть. Это вообще, это вот прямо вот. Рыба есть. Рыбачить надо. Ну это был за трюндель, точно. Ну ты видел, да? Как оно согнулось. Такие палочки сгибают, значит, точно рыба. Ну, это бы на рыбалку разыграли, это разыграли с самого утра и на целый день. А раз состояние такое непонятное, еще температура до конца. Ну, так вот сейчас уже будем мы с утра еще. Есть! Пиндал. Мам, перезвоню попробую. Есть! Давай. Душка, Саня, наверное. Я-то уже думал, что 5 крокодилов. Ой, хорошая. Пойдет. Да.
Здесь! В домике! Дульничек? Дульник. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Все, думаешь, что с ней делать? Да что с ней делать, пускай посидит немного. У меня тут система такая. Смотрите. Такая. Хуяс, все. Вот, ребята, вот такая вот рыбка попала. Ну, двушечка есть, взяла. Бух, кайф. Что, нормальная, Саш? Нормальная? Да. Блин. Эх ты. Вот это экшен. Иди. Давай. Где? С той стороны. Далеко еще? Ну так. Приманка вместе? Да. Ух ты, пойдет. Пойдет. Трюндель, Сань, трюндель. Ты не видишь? Прет. Трюндель. Каната. Я и мой любимый Bear King. Эх ты. Пускай погуляет. Come on, baby. Come on, baby. Как Володя точка называется? Фартовая. Точка называется фартовая. Ну иди, дорогуша, уже. Ой, о, хорош. Ой, хорош. Пойдет. Пойдет. Давай, давай, Сань. Давай, на соплях уже. Бананы лопала бомба. Е-е. Крючок нахер разогнула один, слышь. Только она хорошая рыбка. Вот качество крючков только единственное, что. А в принципе, рыбу ловит. Ловит, конечно, что он не будет ловить-то? Он нормально играет. Этот воблер я дал Саше, а его мне подарила моя любимая супруга. С третьей проводки разловлен. Вот так вот. Четыре? Нет. Сколько? Как ты и сказал. 3200? 3200... 3250. 3230. Пойдет. Огонь. Огонь. Саня, красавчик. Что, пускаем? Хочешь, давай. Еще будет, я уверен. Стопудово. Бросай ее. Давай, хорошая. Беги. Короче, щуку мы пока посадили в подсак. Вот, чтобы она немного пришла в себя. Ну, сейчас начнет барахтаться, и мы ее отпустим. Вот. Ну все. О, хорошо. Качественно ушло. Жить будет. Ну, короче, парни, мы приехали на точечку, которую сегодня нашли. Давай, Шин, кидай. Сейчас мы ее будем прокидывать. Вон там лещ плавится. В общем, ребят, пришло время завершить нашу сегодняшнюю рыбалку. Походили мы еще по разным местам, посмотрели в эхолот, поискали рыбу, но так толком больше ничего и не нашли. Сегодня я поймал достаточно большое количество рыбы, было много поклевок, было классное вываживание такой хорошей щуки, но она убежала, к сожалению. Но ничего, я думаю, что мы еще наверстаем упущенное, и хороший трофей нам еще попадется. В общем, всем спасибо за просмотр. У меня на этом все. Увидимся с вами в следующих видосах.